Приветствую вас, друзья, на моем канале. Хочу поделиться с вами. Сегодня буду готовить фасоладу, фасоли. Делаю все в кровати, чищу, потому что очень плохо пока себя чувствую. Так. Почищу. Муж порежет лучок, помидоры, все приготовит. Я это тоже скажу, как сделать, пускай сделает мой муж. Я только сейчас все это почищу, приготовлю. И продвинемся вперед, дорогие мои друзья. Сегодня вот сниму такой обзорчик. Очень сильно болит голова после наркоза, наверное. Я не могу. Что-то выпила лекарство тоже, выпила давление. Но что-то никак не отпускает. Вот такую вот свеженькую фасоль хочу, немножко витамины. Дорогие мои друзья, такие фасолинки хорошие. Купила килограмм 3 евро фасоли. Взяла килограмм, нам хватит. Добавлю помидоры, перчик. И, может быть, брошу 1-2 картошечки прям целиком. Да, приготовлю. Показывать не буду, как приготовила, потому что силы нету. Простите меня, сделаю вот такой маленький обзорчик. Поделюсь с вами таким обзорчиком. И вот как-то так. Хотелось бы, конечно, заснять большое видео, как готовлю, как приготовила. А потом маленькое еще видео засниму, может быть, если силы будут. Маленькое видео засниму уже в готовом виде. Покажу, как я приготовила. Если, конечно, до этого у меня хватит силы. Что-то с головой очень плохо. Сдавленная голова, непонятно почему. Наверное, подействовал наркоз. Да, в хирургии было 1,5 часа. Может, долго было под наркозом, не знаю. В общем, как-то так. Если мои предыдущие видео смотрели, вы понимаете, где я была, что я делала, когда, куда, я все записывала. Но сегодня что-то прям не очень, я себя совсем плохо чувствую. Ну вот как-то так, дорогие мои друзья. Прям чищу здесь, обрезаю ножом кончики. Вот эти кончики обрезаю. Да, ножом. И разрезаю ножом все. Вот так режу все на миленькие, вот на такие вот части. Потом промою. И заброшу в кастрюльку, предварительно пожарю лучок, помидоры свежие, перчик свеженький. Все это туда заброшу, предварительно немножко лучок потушу и остальные заброшу это фасоль и залью кипятком. Добавлю соль, перец, ну по вкусу все, что нужно, приправы, красный перец, паприку, немножко чили положу, пускай остренькое будет. Ну так в конце я брошу петрушку и все, на этом обед наш будет готов. И наверняка брошу 2 картошечки целиком прям. Я люблю картошку в фасоли. Вот такой вот обедик я сегодня приготовлю. Вот на этом, простите, что так засняла прям в постели, но нету силы стоять, не могу, да. Вот, поделилась я вот с этим с вами обзорчиком. Всем пока-пока. Всем хорошего дня, здоровья. Ну, что буду говорить, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Если кто захочет, подпишется и поставит класс, если кому понравилась моя идея сегодня приготовить вот фасоль. Не показываю, как я ее готовлю, но я рассказала. Всем пока-пока, всем здоровья, мирного неба, до свидания.